продаж, восторг окружающих. Это самый-самый дорогой аромат в коллекции кварца. Это радужные самоцветы. Rainbow Games. Это взрыв красных фруктов с нотами пиона, ириса и белого мускуса. Но вот аромат настолько красив, настолько он дорого звучит. Как для меня это очень необычная, очень такая яркая, сочная подача фруктовых композиций. Очень нестандартно. Потому что люди, вот они действительно прикипают к этому аромату. Кто его берет, во-первых, он нравится, во-вторых, от него оторваться невозможно. Вот его хочется, у меня подруга, она говорит, я просто не могу. Хочется в него уткнуться и нюхать его, нюхать и становиться. И он очень стойкий. Несмотря на то, что это фруктовый аромат, фруктово-мускусный, он очень стойкий.